большое количество мер реализуется и на федеральном, и на краевом уровне. И чтобы доступ к ним был максимально удобен, я поручил запустить их оказание в формате социального МФЦ. Сейчас этот формат запущен в Центре социального обслуживания на улице Войцешиха, и сегодня здесь лично проверил, как оказываются эти услуги. Хочу подчеркнуть, что ключевая, самая востребованная услуга, связанная с предоставлением карты жителей Камчатского края, в рамках которой дополнительно выделяются средства, 3000 рублей в месяц для приобретения продуктов собственного производства, доступна для всех неработающих пенсионеров с уровнем доходов меньше прожиточного минимума, с уровнем пенсии меньше прожиточного минимума. Они могут получить соответствующую карту и после этого на нее приобрести продукты нашего камчатского производства в сети магазинов, в торговой сети Петропавловска-Камчатского или крупных наших городов.